5, да, нужно, конечно, показывать результат близкий к личному результату, чтобы попасть в финал. Я думаю, что даже и быстрее, наверное. Итак, сейчас представим мы еще раз участников этого забега. Дмитрий Степанов из Челябинской области будет стартовать на 8-й дорожке. Ну вот Игорь Рощупкин, да, мы отметили. Да. Артем Змейкин, Челябинская область, будет стартовать по 7-й дорожке. 634-й стартовый номер. Ну что, у нас 8-й результат пока, 1:49.95. И впереди еще три забега. Да, Богдан Мазный на 6-й дорожке, Иван Непокрытов на 5-й, Игорь Рощупкин на 4-й, Илья Матуленко на 3-й, Георгий Григорьев и Цирен Жаргалов на 2-й и Павел Тихонов 1-я дорожка. Ну, вот в этом забеге сразу три спортсмена из Челябинской области. Дмитрий Степанов, Артем Змейкин, Георгий Григорьев. Итак, дан старт 4-го забега. Ну что ж, я думаю, что если ребята пойдут в тактическую борьбу, то может быть все. А если побегут достаточно быстро, посмотрим сейчас начало. Константин Холмогоров было 26,5 на первые 200 метров. Ну вот примерно так же, да, 26,7 первые 200 метров. Неплохое начало. Итак, ну пока все. Ну, Игорь Рощупкин в прошлом году 4-й был. Да, не добрался он до пьедестала почета. Но сейчас посмотрим, как сложится борьба здесь. 400 метров, половина дистанции. 54-34. Ну, пока что это самое медленное начало. Да, самое медленное начало. И ну, вот, нужно ребятам, конечно. А смотрите, кто это пошел вперед? Не вижу, к сожалению, номер. Да, очень хорошо пошел вперед. Да, но не быстро начали, поэтому, как бы, да, конечно, сейчас темп будет расти. Но сейчас Игорь Рощупкин впереди. Да, Игорь Рощупкин не отдает никому свои лидирующие позиции. Я думаю, что он, конечно же, одержит победу, я думаю, что в этом забеге. Но за ним, вот сейчас Иван Непокрытов вышел на вторую позицию и пытается догнать он Игоря Рощупкина. Непокрытов оставил силы, силы на финал. Ой, на финишный бег, на последний прямой. И Иван Непокрытов, посмотрите, впереди 1:49.38. 1:49.38. Ну, но на тоненького этот результат. Не знаю, на тоненького, да. Тут навряд ли. Ну как, не то чтобы навряд ли, но это если зайдет, то прям на тоненького. Ну, 8-й, 7-й. Чемпион страны зимний может не попасть сейчас в финал летом. У нас еще, да? Еще два забега, да. И тоже состав-то забегов очень неплохой. Вот у девчонок тоже первые три забега, посмотрите, были, да. Достаточно быстро, и все финалистки были из первых трех забегов. Мы надеемся, конечно, что парни так просто руки не опустят, и сейчас еще два забега и позволит им